Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в лотерею «Счастливая карта», стоимость ее 50 рублей, но тем не менее я в эту лотерею недавно выиграл 1500 рублей. Вот как-то так, друзья, да, бывает и такое. Для этой лотереи нам необходим калькулятор. Для того, чтобы считать, объясню сейчас по правилам, друзья, почему я принес с собой калькулятор, как говорится, в этот видос. А потому что, перед тем, как мы начнем, кстати, рассказывать все эти дела, я прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс, прожать лайк данному видео и, собственно, включить VPN, когда вы смотрите видео на канале Технобар Плюс. Итак, по правилам игры здесь для чего калькулятор нужен? Вот эти вытираем карты банк. Здесь будут какие-то числа. В сумме они, допустим, дают 50, к примеру. И ваши карты вытираем. Здесь, допустим, будет у вас в сумме, опять же, по числам 51. Тогда мы выиграли. Стираем слово приз, мы его выиграли. Если же это будет не 50, а 49, значит, мы проиграли. Ну, 49 и ниже. Вот. Если же во втором такая же история, то тоже проиграли. Ну, а здесь одна и та же карта должна быть. Вот 4 карты одинаковые должны быть. Вот как-то так. 50 рублей ее стоимость, в принципе, нормальная стоимость, и 1500 приз я забрал. А их всего лишь 200, друзья, на 2 миллиона билетов. Вот как-то так. Повезло. Давайте будем начинать. Сумма, я смотрю, уже крупная. Вот знаете, когда крупная сумма, честно говоря, особо мне не нравится этот нюанс. 17 плюс 18 плюс 23 плюс 15. 73. О, отлично вообще, зашибись. Вот такое, наверное, здесь не будет однозначно. Да, здесь уже явно 73 не будет на 5 миллионов. И что у нас здесь? А вот здесь что-то интересное. Ну, по-моему, нет, тоже пролет. Так, 73 у нас сумма, да, 20 плюс 14 плюс 19 и плюс 2, 55. Тоже пролет, друзья. А мог бы выиграть 5000. И по картам здесь, видите, карты тоже в разнобой. Первый билетик у нас в пролете. Второй билетик также смотрим, играем, начинаем. Так, ну второй уже вроде как говорится, ближе к выигрышу. Смотрим. 21 плюс девятка плюс четверка и плюс шестерка. 40, друзья, 40. Так. 40, а вот тут у нас 10. Плюс 13, плюс 12 и плюс единичка. 36 получается, тоже в пролете. 250 тысяч могу выиграть. Ну а вот здесь похоже, что будет выигрыш. Скорее всего, что 50 рублей. У нас здесь 40. Да, вот 30, это 40, да. А тут уже 22, плюс 18, уже 40 дает. Ну, понятно, что дальше считать не будем. Ага, друзья, 200 рублей. Вот он мой билет. Такое редко бывает. 200 рублей. Окупают два билета, и я еще в плюсе на соточку. Уже круто, друзья, уже круто. Здесь все стабильно на 5 миллионов. Но 200 рублей, друзья, тем не менее, вы видите сами, прекрасно. Положу поближе, выигрыш 200 рубликов. Вот такая вот лотерея, это «Счастливая семерка». Так что, в принципе, в нее можно играть. Сейчас, кстати, новый тираж пошел. Я рекомендую. Желаю всем удачи. Подписываемся на канал. Я всех обнимаю.